Я себе желаю, чтобы достойно выступил, чтобы почувствовал силу Бога. Отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Ну, его манера какая-то странная. А ты придешь, когда темно, когда окно ударит вьюга. Парень. Когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Ты придешь, когда темно. За это можно все отдать. И до того я в это верю, что буду не тебя не ждать. Весь день, не отходя от двери. Я сейчас упаду в обморок, я клянусь. Это просто потрясающе. Да, это я не знаю, я, наверное, первый раз сейчас просто чуть не улетел вот туда. Осторожно. И это просто какой кошмар. Просто нет слов. А как зовут? Люди, есть слово, люди, смотрите. Сейчас, подождите, пожалуйста, подождите, сейчас я, катарсис пройдет. Ты прилетишь, хорошо. Сейчас катарсис пройдет, пожалуйста, пожалуйста. Послушайте, ну, это же невероятно, по-моему. Спасибо. Это же просто невероятно. Мне очень интересно, и не только мне, я думаю, всем, история, ваша история, как произошло, почему. Как зовут, значит. И как вас зовут, и вообще что? Меня зовут Гела. Гела Гурали, я из Грузии. Мне 32. Я рад, что вы повернулись. Безумно рад. Я тоже очень рад. Это невероятно. Ну скажите, как вы пели всю жизнь? Что? Да, я с 5 лет пою. У вас были какие-то успехи, какие-то большие акции, что-то в этом духе. Вы открывали ваш талант. Почему никто о нем не слышал? Или... Я раньше пел в ресторане. Ну, давно уже не пою. Мне кажется, после... Судьба улыбнулась, и я оказался здесь. Мне кажется, должно что-то измениться в этой жизни. Правда, это что-то невероятное. Спасибо. Спасибо. Да. Огромное спасибо. 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 Не ехал. Здравствуйте. Какие глаза. Браво. Какие глаза. Красавец. Александр Ильич, я в шоке. Я просто в шоке. Я тебя поздравляю. Я такого исполнения вообще поздравляю. Не слышу. Я тебя поздравляю. Я специально не стал поворачиваться, потому что понял, что для тебя это будет хорошо. О, дело! Поздравляю. Ты мой дорогой, ну как, ощущения? А? Поплачь. Потрясающая песня, потрясающие слова. И спасибо огромное, что Дима повернулся.
так хорошо. Все а я тебе скажу, что ты потрясающий на самом деле. Ты потрясающий. И пришло время об этом сказать всем. Мне кажется, да. Что мы заслужили такого художника, как ты. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Всем вам спасибо. Что бы я ни сказал, сейчас это будет выглядеть бессмысленно и глупо после тех страстей, переживаний, которые мы сейчас с вами видели. Это голос. Thank you.